дружба с Рамзаном Кадыровым, можно вообще это назвать дружбой? Ну нет, наверное. Это не знакомство, дружба. Да? Знакомство, да, знакомство с Рамзаном Ахматовичем. Он очень уважаемый человек, которого любят в его республике. Он действительно очень многое сделал для республики. Понятно, что каждый может там в комментарии написать все, что угодно. Ну, понятно, ё-моё, там, как сейчас любят писать. Там лизнул, здесь соснул. Но это все не так. Я просто действительно по-человечески уважаю этого человека. Он очень много делает для своего народа, для своей республики. Это человек слова. Он очень много делает благотворительности. Он очень много занимается тем, что спасает людей, которых там в рабство взяли из каких-то восточных азиатских стран. Ну, просто он, может быть, не всегда это показывает. Очень хороший, порядочный, открытый, с юмором человек на самом деле. Ну, я с ним приятельские отношения. Сказать, что мы дружим, ну, наверное, это неправильно. Но когда мы видимся, он мне говорит: брат, привет. Я ему говорю: брат, привет.